Иисусу слава, Иисусу слава, луна и пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, підіймайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святому. Слава Господу Богу Всемогущему. Братья и сестры, витаю всех, приветствую всех именем сладчайшего Искупителя нашего Иисуса Христа. Приветствую всех от нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. В эти дни здесь, в Киеве, на берегах Днепра, лунает песня, льется эта песня. Слава Иисусу Христу! Навеки слава! Во веки, во все веки слава Иисусу, Спасителю Господу, Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, православные христиане, христиане разных конфессий и деноминаций, все верующие в Господа нашего, сладчайшего Искупителя Иисуса Христа, пусть имя Господне прославляется непрестанно и здесь, на берегах Днепра, в Киеве и по всей Украине, и по всему лицу земли. Ведь нет иного имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, дорогие друзья, я как архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя благословляю всех вас во имя Господне, благословляю именем Иисуса Христа. Сегодня здесь у нас проходит богослужение на Кловской. Здесь в арендованном помещении возле станции метро Кловска, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, 4-й этаж предприятия. Поэтому вы можете прийти сюда на служение в любой воскресный день. Здесь проводят служение почти всегда, каждый день почти
каждый раз, каждую неделю, щонеділі, отец Алексей Прошак. Сегодня его не будет, сегодня я сам буду проводить богослужение. И братьев, сестер ожидаю, пришел пораньше сегодня. Вот, и благословляю Бога в этой молитве, всех вас благословляю. Благословляю предстоящее служение во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю и ваше служение, ваши церкви, независимо от того, какой мы конфессии, деноминации, пусть прославится имя Господа Иисуса Христа, потому что ни в ком другом нет спасения, потому что Он наш Господь, и мы христиане, кому нам еще обращаться? Только к Нему, Господу Иисусу, Ему вся слава и хвала. Благословляю вас словами благословения священнического. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.